Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Рад видеть и слышать. Слушайте, Михаил, я очень коротко знаю, что у вас позднее время. Во-первых, хочу, чтобы вы представились. У меня к вам масса вопросов, которые хочу вам задать. Всегда с удовольствием рад ответить на любой ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Я Михаил Сизов, живу в 20 километрах от Москвы, в поселке Быково, в Московской области. Майор запаса, прослужил 22 с половиной года в войсках правительственной связи, сам инженер по эксплуатации и ремонту автомобильной техники. Вау. Водитель первого класса, все категории, более 40 лет за рулем. Вот так вот. Ну и что еще? Снимаюсь более 7 лет в различных кинофильмах, телешоу, передачах, в КВН даже приходилось участвовать. Ну что еще? В принципе, что делать на пенсии? Дети уже взрослые. И вот тема меня это так зацепила, что я никак не мог мимо ее пройти. Миша. Топливо, меня очень беспокоит качество нашего топлива, экология нашей планеты. Все-таки дети уже взрослые, внуки скоро пойдут, и я хотел бы, чтобы они дышали чистым воздухом. Миша, я вас узнал, клянусь, Миша, я вас узнал. Вы дежурный по УВД Пятницкий из фильма «Глухарь. Продолжение», нет? Было такое, было. И даже «Глухарь. Возвращение». Полтора года снимался в этих проектах. FFI попал в прайм-тайм. Обалдеть. Миша, точно, вы? Да, слушайте, вы разговаривали, вы общались с этими самыми, не знаю, раскрученными на НТВ, наверное, актерами. Они такие же, как в фильме, или они иные? Я скажу, что ребята все очень контактные, адекватные, интересные, веселые. У меня жена передавала все время привет Стасу. Говорит, он самый брутальный мент, классно играет, передавай ему привет. Это тот, который расстрелял там всех на... Да. Ну и потом мы карту создали, фильм вот по нему. Макс Аверин не захотел перелицовываться из мента в полицейского и отказался дальше участвовать в этом сериале. Карпов продолжал. Он с Прибалтики, служит в театре в Прибалтийском. Я с ним разговаривал. Ну, очень интересные люди. Он такой же страшный, Миша, он такой же страшный, угрюмый и жестокий, как в своем амплуа актерском. Да, конечно, же он спокойный, тихий. Как он интересно вживался в роль, мне очень было интересно за ним наблюдать, как он вживается в роль, ходит и вот ходит спокойно, так повторяет про себя эту роль, вживается, а потом как выстрелит, ну просто невероятно. Я старался быть как-то, ну, что-то у него перенять. Все-таки я не профессиональный актер. Миша, Максим Аверин и Ирина Сергеевна уже в FFI? Нет еще. Им некогда. Оба служат в театрах. Расскажи свою историю. Слушай, ну, просто обалдеть. Я вижу там сзади тебя флаг из Доминиканы. Знакомые родные буквы. У меня такой же... Это не флаг, все, я увидел, разглядел. Оттенца, который мне вручил. Да. И сумочка, вот у меня тут Доминиканская республика 2013, FFI, я с ней на пляже ходил, на Атлантический океан. Обалдеть, я вообще переполнен эмоциями. Я слушаю, расскажи свою историю, как ты попал в FFI? В FFI? Ну, мне, понимаешь, сначала мне информацию дали... Она женщина, с которой, оказывается, мы служили в Забайкале. Ну, я ей согласие дал, что да, мне интересна эта тема. Начали разговаривать, и она пропала на неделю. А на следующий день мне Саша Тимонович тоже самый предложил эту тему. Вот думаю, вообще класс. Сам Бог велел заниматься этой темой. Тем более, она мне близка. Приходилось по жизни заниматься черти знает чем после увольнения в запас. Торговлей занимался, чтобы поднять детей, как говорится, на крыло. Ну, а 7 лет назад на лобовом столкновении побывал с сыном и решил завязать с бизнесом торговым и занялся грядками, огородом, то все. И вот на тебе такая тема. Поэтому я в нее сразу влился без промедления, даже не задумывался. Сразу пакет взял, тогда еще голд-пакет был, и он у меня разлетелся очень быстро. Жену вел через буквально 3 месяца,
так как у нее был праздник, она сама педагог начальных классов, ну а пенсия это $100 с небольшим. Поэтому я их как бы продукцию закупил этим пакетом, продолжал дальше работать. А потом апгрейд сделал на платину, когда узнал, что есть такая возможность, и нам это выгодно. Я с удовольствием работаю в этой компании, мне все нравится, все устраивает. Раз в неделю хожу, у меня в 100 метрах от дома банкомат, снимаю деньги заработанные в FFI. Обалдеть, Миша, где доход больше? От глухаря или с FFI? Говори честно. FFI, конечно. Это очень малобюджетный проект. Малобюджетный проект FFI? Да. Нет, я говорю, глухарь малобюджетный проект. Я знаю, что даже актеры так, первой величины не очень большие деньги там зарабатывают. Меньше, чем даже мы в FFI. Обалдеть, обалдеть. Слушай, всех надо абсолютно. Максима Аверина, всех его ребят, всех друзей. Стаса, и на... все обязаны быть. Информации, да? Все абсолютно. У меня в друзьях, в социальных сетях надо. Но никак вот и на них не попаду, они все занятые по театрам. Скажи мне, офицер правительственной связи, как ты поверил в FFI? Мне кажется, что ты должен был эту тему отбросить, как какой-то ужас в виде пирамиды. Как? Ну что ты, Талик, меня приглашали больше 20 лет, и даже служа в армии, мне предлагали бизнес MLM. Но я ездил на тренинги, Москва рядом, в каком-то, допустим, зале, собирали народ, но мне это все претило, какая-то слащавость, наигранность, зомбирование, мне не нравилось. Я побуду, и все, я отказывался дальше. Мне, ну и жена была против, говорит, там женщин больше всего, тебя уведут. Вот, но честно, мне не по душе было. А вот в ФФА я как-то сразу поверил. Сразу поверил, и мне понравилась главная тема и отношение к людям. Особенно, когда я съездил на спецтренинг в Казань, тут я вообще влюбился в ФФА и в людей, партнеров. У меня сейчас друзей, ну не знаю, больше, наверное, 5000 человек в ФФА. Мы дружим все, даже пускай не зависим друг от друга по деньгам там. Меня даже не деньги привлекли в этом бизнесе. Я с деньгами, у меня проблем не было. У меня пенсия довольно приличная. Меня зацепила тема. Ты сам пользуешься этим продуктом? Говори честно. Да ты что, Таль, я только пакет купил, так я не дождавшись, хотя у меня в 30 километрах склад в Лужниках. Я с женой поехал туда, договорился предварительно с девчонками. Хотел, чтобы побыстрее им воспользоваться. Приехал на склад, посмотрел, прощупал каждый продукт. Вижу, что склад шикарный. Ну, я не знаю, все там как положено сделано. И по дороге купил шприц. На первой же знакомой заправке заправил в бак, все записал. Народ бежит, просит, спрашивает, что это такое. Я говорю, дайте мне хоть самому разобраться. Подождал. Он у меня этот густ растворился, и я поехал. Машину не узнать. Хоть машина 300 тысяч пробег, Volkswagen Passat 92 года выпуска, но я с места в течение месяца делал всех. Без меня перло просто, я уже не задумывался об экономии. Мне вот хотелось быстро ездить. И еще посчастливилось мне целый месяц возить груз. Я где-то 700 килограмм возил, помогал одной подруге. Ее муж уехал в Грузию, я ему тоже этот груз дал, он опробовал его. Вот. И я, значит, что почувствовал? Что машина не чувствует этот груз. Там, где я на третий пустой поднимался на подъем, тут я на четвертый груженный заезжаю, и ощущение, как будто я пустой. Вот это вот я сразу прочувствовал. Еще приемистость увеличивалась, когда надо было обогнать машину. Без проблем. Что еще? А потом уже я, Миша, говорю, успокойся, надо, как в аварию попадешь, надо все-таки не гонять, а думать об экономии, об экологии. И вот я, у меня с 11 литров вот, по Москве, по смешанному там режиму, до 7,5 опустился расход. Здорово. А потом я применил MPG Extra, у меня движочек вообще зашуршал, стал тихонько работать. А когда Max Pro, вот я дурак, что применил Max Pro так поздно, надо было его сразу применить. У меня даже со мной ехавшие ребята, водители, они сразу услышали на пятой передаче, не слышно двигатель так работает. Хотя ехал больше 100 км в час. Представляешь, что творит наш продукт? Поэтому я заряжен, с меня прет, мне хочется...
совсем рассказывать. Кстати, у меня первая покупательница этого продукта, в тот день, когда я пакет вез, соседка, бабушка, которая купила, оказывается, своему внуку со своей дочкой Opel Antara дизельный, и она услышала, что я, кстати, 2 часа шел от машины, какие-то 20 метров до подъезда. Я всем рассказывал, кто выходил из дома, они спрашивают, что это такое. Я говорю, вот то-то, 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 и все им рассказывал. А бабушка сидела на лавочке, грызла семечки там с подружками, услышала это все, подошла ко мне. Галина Ивановна ее зовут. Говорит, Миша, пойдем ко мне. Говорю, что такое, Галина Ивановна? Она говорит, да вот я внучку купил этот Opel Antara, он все время жалуется, что у него солярки много, жрет машина. Я говорю, ничего себе, вы, оказывается, разбираетесь в машинах. Короче, выносит мне 2000, я ей сдал по курсу там, что, кажется, 30 рублей. Вот. И после этого я все хотел Дениса, этого внука, поймать. Через месяц маму его встречаю, мама говорит, меньше на солярку начал спрашивать. Я говорю, ну, уже классно. Через 3 месяца только я Дениса поймал. Я говорю, Денис, колись, я тут нарабатываю опыт, а я тебя никак не поймаю. Ну, что ты, как там сэкономить? Я говорю, дядь Миш, с 15,5 до 12 опустилось. Я говорю, ты молчишь, я тут нарабатываю опыт. Ну, короче, после этого сейчас у меня весь дом практически пользуется этим продуктом. Все в восторге. Супер, супер. Многим своим однокашникам по военному училищу, которые не верили в этот продукт, но потом попробовали и начали своим друзьям рассказывать. Поэтому я больше 50 бутылочек арбуза отправил по почте. Супер, товарищ. Товарищ дежурный по ВД Пятницке, людям, которые еще перед дилеммой, буквально в 2 словах, что бы ты хотел сказать, Миш? Я бы сказал, что надо быть смелым. Если хочешь зарабатывать деньги, компания серьезная. Я знаком с хозяином бизнеса. Я честно отношусь к американцам не особенно, не с пиететом. Но вот эти американцы мне понравились тем, что они помешанные на экологии и вот в правильном смысле. И мне хочется в этой компании работать. Лично с президентом неоднократно встречался, и мне он тоже очень симпатичен. А отношение к людям компании, к нашим дистрибьюторам очень хорошее, доброе, никогда не подводят. Деньги, как говорится, заработанные, мы получаем вовремя. Если бывают задержки, то только из-за праздника по Америке на день-два. Все. А все остальное меня устраивает. Миша, что ты хочешь пожелать самому себе? И мы заканчиваем. Мы также ценим время, как его ценят на НТВ. Время – это самое главное. Да. Да, скажи мне, что ты хочешь пожелать самому себе? Хочу не отступиться от этого бизнеса, долбатить дальше. Дальше и дальше. Добиться успеха в этом бизнесе. Какая твоя цель? Какая планка, которую ты взял? Какая твоя цель? Ну, так, $5000 на ближайшее время. В день? Чех, нет, это в месяц. Меня пока это устраивает. Супер. Миша, я желаю тебе успеха. Я желаю тебе успеха и в FFI, и в твоей сценической ипостаси. Я хочу видеть тебя... С сегодняшнего дня я начинаю следить за всеми сериями «Глухаря» и следить, как там наш представитель. Мы тебя делегировали на сценическую площадку. Все супер, классно. Ребята, мы были с Михаилом Сизовым, человек, который является дежурным по ОВД Пятницкой сериала «Глухарь. Продолжение». Миша, спасибо огромное. И $5000 в месяц, это более чем реально. Пока-пока. Спасибо, Таль, тебе успехов. Благодарю, пока.